Рекламно-информационная программа. Крупный план. На часах 14.00. Это программа «Крупный план». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. В нашей студии я приветствую Алексея Лобастова, руководителя по развитию сферы ЖКХ компании «Актив Комфорт». Алексей, добрый день. Добрый день, Владимир. Само словосочетание «Актив Комфорт» довольно новое еще в нашем городе. Я имею в виду на рынке услуг, которые предоставляют управляющие компании. Давайте сразу же знакомить наших слушателей с тем, что из себя компания представляет, основные постулаты, основные направления деятельности. Пожалуйста. Спасибо. Ну да, «Актив Комфорт» — это термин новый, но на самом деле компания не новая. С начала 2018 года под этим брендом объединены несколько крупных управляющих компаний Октябрьского и Первомайского района, которые обслуживают порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья, то есть многоквартирных домов. Данный бренд подразумевает позиционирование инновационной концепции развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, разрушение устоявшихся отрицательных стереотипов в отрасли ЖКХ. Их немало, мы знаем, да. Да, согласен с вами. Есть проблемы, есть вопросы, которые мы сейчас решаем. Данная программа развития была разработана с учетом применения методик, действующих, достаточно успешно действующих в других регионах. Основные направления стратегии... Подождите, вот поподробнее, у нас время есть, будем говорить подробно и максимально доступно для наших... Да, отлично. Да. Другие регионы, вы говорите, какие? Давайте назовем. Есть много регионов, из которых мы, скажем так, черпали опыт развития. Допустим, раз конкретно, давайте сразу перейдем к открытию нашей компании колл-центр, контакт-центр. То есть действует единый контактный центр, действует он круглосуточно, номер 713-317, куда жители могут уже в течение 3 месяца ежесуточно звонить и оставлять свои любые вопросы, которые касаются обслуживания жилья. Это как раз вот фишка, так называемая, которая была перенята в другого региона. Да, где-то уже это успешно реализовано. Да, значит, мы уже писали об этом, мы в СМИ информацию проводили жителям. До жителей мы это тоже доводим, на что получили очень положительные отзывы. А начиналось все с того, что когда стали анализировать обращения собственников по обычному контактному телефону отдела собственников, и очень много жалоб поступало на то, что мы до вас не можем дозвониться, никто не берет трубки, не отвечают. А с чем это было связано? С тем, что работники заняты, либо то есть телефон занят, разговаривают с кем-то, либо не очень много человек имело возможность звонки принимать. То есть и решили пойти кардинальным изменениям. То есть ввели контакт центр с многоканальным телефоном, то есть когда несколько линий обслуживают, когда несколько операторов одновременно могут принимать звонки. То есть когда в обязанность сотрудника входит не многие какие-то вещи, совершенно а верно. Именно прием, обработка звонков, которые поступают на эту горячую. Причем не просто прием и обработка звонков, а занесение этих звонков в программу, которая действует и обвязывает собой все ступени исполнения заявок, то есть жители обращаются на номер контактного телефона, оператор принимает звонок. Дальше, значит, по результатам разговора с жителем заявка оформляется в программу, которая называется ЖКХ 2.0. То есть оператор прям вводит совершенно туда, верно, да? Вводит информацию ручками. Вводит информацию ручками. Затем кто эту информацию затем эту информацию видит. Если, допустим, заявка касается какого-то ремонта, допустим, да, там кровли условно, то заявку видит этот обязательно производственно-технический отдел. Инженер эту заявку открывает, просматривает необходимость, значит, формируется задача о том, что по этой заявке должны выйти подрядчики на место, отработать ее, устранить повреждения там и еще что-то. То есть, ну, если, допустим, не ремонта касается, а содержания, то какие-то другие работы провести. И по факту выполнения, то есть подрядчик не просто выходит, а он выходит с актом выполненных работ, который из программы, опять же, распечатывается ему, и на этом акте выполненных работ, после работ, проведения работы
обязательно должен житель свою подпись оставить о том, что работы выполнены, и он обратно в программу это так прикладывается. И уже в этом случае заявка считается завершенной. Уже, да, да, и круг еще замкнулся. Еще не замкнулся, да. Ага. Оператор видит, который принимал заявку, видит, что заявка закрыта, и он звонит жителю на тот контактный номер, который житель оставляет, и спрашивает, действительно ли закрыта заявка, все ли сделали так, как вы хотели, в том ли объеме, о котором вы просили. И если житель это подтверждает, тогда заявка закрыта. Да неужели? Из управляющей компании тебе еще и перезванивают и отчитываются в том, что работа выполнена. Это просто невидаль какая-то. Да, но на самом деле мы в начале пути. Да, колл-центр был запущен в тестовом режиме. Сейчас мы уже, скажем так, разворачиваемся на полную силу. И первый тест для нас будет, по моему опыту, это пуск тепла. Потому что в пуск тепла... Когда отопительный сезон начнется, да? Да, совершенно. 2018-2019. Ну, это не когда начнется, именно начало самое отопительного сезона, когда происходит пуск тепла после летних профилактических работ. На нашей практике... Практика показывает, что количество заявок увеличивается примерно в 3 раза. То есть вот если, допустим, за 2 месяца у нас с мая 2018 года с учетом тестового режима принято 5166 заявок, да, то есть это примерно 50 заявок в день, то нужно рассчитывать, что с пуском тепла цифры будут составлять порядка там 150-200. Ну, разумеется, люди будут звонить, интересоваться, где тепло, у меня еще трубы холодные, когда. Совершенно верно. Ну и для этого колл-центр обязательно увеличит количество операторов, чтобы наше заявление, что в течение 20-30 секунд мы всегда можем дозвониться, что мы проверяем еженедельно. Вот это время оставалось рабочим, и жители могли дозвониться, оставить заявки. Тем более, еще второй тут вопрос, что программа, она позволяет контролировать. То есть, допустим, если видим, что с одного дома множество заявок поступает, значит, действительно, это не единичная проблема. Значит, проблема коллективная. Да, проблема коллективная, и нужно на нее реагировать. То есть ставить ее в первоочередные свои задачи. Совершенно верно. А сколько времени отводится на какие-то стандартные вещи для их устранения, там что-то, лампочку заменить, что-то отремонтировать, быстро восстановить? Ну, за этим, да, смотрите, сроки тоже ведь есть наверняка. Конечно, конечно. Да. То есть у нас есть законодательство, есть нормы на проведение работ по содержанию. И в соответствии с этим законодательством, опять же, программа выставляет управляющей компании, подрядчику, кто будет эту заявку исполнять, срок исполнения. Соответственно, если заявка касается аварийной службы, то он закрывается максимально быстро. Причем с аварийной службой мы тоже договариваемся о том, чтобы они эту программу смотрели и заявки тоже по ней исполняли. Вот. Естественно, круглосуточно. Вот. Что касается содержания, то есть закон, законодательство, по которому... Федеральное срок, законодательство, да? Да, срок устранения нарушений, поломок и всего прочего, естественно, мы его соблюдаем, и заявки выставляются в программе, исходя из этого закона. Вот что касается обратной связи, да, что вы сказали, что оператор еще и перезванивает и уточняет, действительно ли все было сделано. Обратная связь действительно устраивает вас в качестве выполнения работы? Что люди говорят? Ну, говорят много чего, да. То есть мы же понимаем, в какой сфере мы находимся. Но единственное, что для чего вообще это все делается? Все-таки обратная связь, она нужна. Потому что мы обслуживаем дома, не свои, а дома, которые принадлежат жителям, собственникам. И собственник должен тоже понимать, что ответственность он несет не только в пределах своей квартиры, но и в пределах своего дома. И для того, чтобы такой контакт улучшался, как раз для таких целей обратная связь и существует. Ну, я знаю, что эти все заявки, они скапливаются в неком архиве еще. Да, конечно. Да? Хранятся, конечно, еще для того, чтобы затем можно было проанализировать ситуацию. Совершенно поднять, верно. Поднять совершенно в любой момент. Верно. То есть в целом система работает эффективно. Жители, когда звонят, оператор сразу предупреждает о том, что разговоры все записываются. Да, то есть у нас есть возможность посмотреть и сравнить то, что житель просил, что было сделано по факту, или все ли было выполнено и в тех ли объемах. Давайте еще раз озвучим. Номер контактного центра 713-317 работает круглосуточно. Круглосуточно — это, соответственно, для собственников тех жилых помещений, которые находятся в управлении компании «Актив Комфорт». Человеку из другой управляющей компании, увы,
Ну, есть закон, по которому мы обслуживаем только те дома, которые приняли решение, собственники приняли решение об обслуживании нашей управляющей компании. Какие заявки для понимания чаще всего поступают? Да, различные. У кого-то лампочка в подъезде не горит, у кого-то прибрано во дворе ненадлежащим образом, кого-то лестничный марш там не помыты. Все заявки совершенно различные. У кого-то холодно дома, если это зимой, говорим, у кого-то хотят, чтобы специалист пришел, посмотрел, кто-то за что-то переживает, поэтому кому-то ремонт нужен, поэтому заявки различные. Они касаются всех сфер деятельности, которые в доме есть. Я напоминаю, что это программа «Крупный план», и у нас в гостях руководитель по развитию сферы ЖКХ компании «Актив Комфорт», это Алексей Лобастов. Алексей, давайте теперь поговорим о тех людях, которые непосредственно работают, да, в компании, которые вот выезжают на эти заявки, и поговорим в целом о материально-технической базе, потому что мы знаем, что тут тоже много проблем заключается, если вот так смотреть рынок в целом, да, у кого-то нет чего-то, приходится там на субподряд вызывать и так далее и тому подобное. В итоге собственники страдают, несвоевременное выполнение. Как у вас с этим дела обстоят? Все-таки вы крупный игрок. Да, ну, нужно говорить о чем? О том, что если дом крупный, то он может быть и крупный в нашем понимании, там, это от 20-30 тысяч квадратных метров, то он может быть теоретически и сможет себя там самостоятельно обслуживать, организоваться в ТСЖ там или еще что-то. Но если дом там 5-10 тысяч квадратных метров, что в основном в нашем городе есть, да, то есть средний метраж этих домов, особенно которые мы обслуживаем, то тут, конечно, ситуация с крупной компанией, она лучше, потому что все-таки, раз крупная компания, это несколько обслуживающих организаций постоянных, в которой полный штат электриков, сантехников, дворников, и есть возможность взаимозаменяемости между ними, да, то есть если кто-то заболел, есть возможность другого на его место поставить. Главное, чтобы работа была сделана, да? Да, совершенно верно. Заявка была отработана. Вот. Ну и все работают не первый день, знают свой фонд, знают каждый вентиль, да, в доме. Поэтому крупная компания, естественно, в этом плане больше может сделать, чем мелкая. Руководство компании «Актив Комфорт» так уж требовательно к своим сотрудникам, чтобы в срок, чтобы на работу вовремя. Я думаю, что это очень важный фактор. Любой уважающий себя директор требователен к своим сотрудникам, тем более в рамках соблюдаемой дисциплины трудовой. Давайте сейчас поговорим об открытии территориально ориентированного первого центра обслуживания. Что это такое? Ну, все, скажем так, вытекает одно из другого, да. То есть, раз есть своя программа, которая позволяет обслуживать, принимать заявки населения, то, естественно, есть и программа, которая позволяет обрабатывать, скажем так, лицевые счета. То есть все понимают, мы понимаем, что у каждого жителя есть свой лицевой счет, на который ему начисляется плата за жилищно-коммунальные ресурсы. И, соответственно, у всех есть свои права и обязанности. Обязанность управляющей компании качественно и правильно обслуживать дом, обязанность жителей эти услуги вовремя, в срок оплачивать. Для того, чтобы это было правильно учтено и сделано, мы открыли свой центр обслуживания населения, который находится на Большого 5, на улице Большого 5, где у нас работают бухгалтера, паспортисты, куда можно обратиться с любым вопросом, который житель хочет задать своей управляющей компании. У него обязательно примут заявление. И на все вопросы, естественно, ответы мы тоже в письменной форме предоставляем. Опять же, в сроки, установленные договором управления и законодательством Российской Федерации. Еще раз повторю, что расчетный центр, он в основном действует по двум направлениям. Это паспортное обслуживание. То есть вопросы прописки. Совершенно верно. Жители могут туда обратиться по вопросам прописки, снятия, постановки на учет, различные справки. Да. То есть это первый момент. И второй момент – это обслуживание по расчетам. Расчеты
мы проводим только по своей услуге, то есть по услуге содержания, да, соответственно, по всем вопросам, которые указаны в квитанции, выставленной управляющей компанией «Активкомфорт», житель может обратиться либо лично, либо по телефону. Значит, 222-792 – это телефон бухгалтеров, которые ведут консультации по начислению, и 222-592 – это телефон паспортистов, которые ведут консультации по вопросам прописки. Ну, видимо, поток желающих большой получить услуги, да? Там часто получаем жалобы, там очередь. Ну, случается такого? Очередь или как-то тоже регламентированно стараетесь работать здесь? По практике получается таким образом, потоки, что квитанцию управляющая компания выпускает ежемесячно, то есть один раз в месяц. После выхода квитанции, естественно, поток людей, желающих задать вопросы, он увеличивается. То есть это происходит там в течение 1-2-3-4 дней, и потом все-таки работа становится плановой. Тоже я стараюсь приезжать туда еженедельно, смотреть, каким образом происходит обслуживание населения. И после выпуска квитанции, да, там, возможно, наплыв населения бывает, но это все в течение 2-3 дней спадает. Нормализуется. Да, работаем в обычном режиме. Значит, еще раз тогда добавлю, телефончик 222-792 – это бухгалтера по расчетам, и 222-592 – это паспортисты. График работы расчетного центра с 8 утра до 5 вечера, пятидневная рабочая неделя, то есть с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, выходной. Кстати, да, немножко вернуться хочется назад, когда я вас спрашивал о людях, которые непосредственно сотрудников, которые трудятся в компании «Активкомфорт». А что касается материально-технической базы, вот так поподробнее можно? У вас техника в наличии, вся инструментарий, да, ну, всевозможный? Да, смотрите, по законодательству управляющая компания – это, скажем так, организация, которая принимает договор управления. Но для обслуживания управляющая компания должна привлечь либо специализированной организации, либо самостоятельно это осуществлять. Чаще всего не крупные управляющие компании услуги оказывают самостоятельно, а крупные, такие как наши, они для оказания услуг прибегают, заключают договоры, точнее, со специализированными обслуживающими организациями. Вот. То есть организации эти созданы не вчера, не давно, у них полный штат, полный комплект, значит, работников, и, соответственно, с материально-технической базой тоже все обстоит хорошо. Вот. Соответственно, обслуживание происходит по всем услугам, которые прописаны в договоре управления. Да, и по всем услугам заключены договоры со специализированными организациями, которые эту услугу выполняют. То есть, допустим, обслуживание лифта выполняет своя организация. Ну, с мусором тут отдельный вопрос. У нас региональный оператор с 1 января начинает работать. Да, мы все готовимся к этому нововведению. Да. Да, значит, содержание жилого фонда обслуживает тоже организации специализированные, которым, еще раз повторюсь, в своем штате полный специалисты в набор имеют. Это и дворники, и электрики, и сантехники, и слесаря, и все. Да, кстати, надо понимать, что сейчас могут нас, и не могут, а слушают действительно люди, которые подумывают о новой управляющей компании и о том, чтобы, может быть, устроиться на работу в управляющую компанию. Вам персонал требуется? Вам об этой аудитории говорить? Да, ну, персонал требуется нам, не скажу, что прямо срочно и сейчас, но со специалистами... Нет, ну, как считается? Хороших специалистов, их иногда днем с огнем, они всегда нужны. В этом, нужны. Владимир, я с вами согласен целиком и полностью. Хороших специалистов, их всегда и везде не хватает. Да, поэтому, если кто-то там решил свою жизнь связать с ЖКХ, то вакансии мы обычно выкладываем и в газетах, и в службе занятости. То есть они у нас бывают. Телефон, в принципе, наш мы тоже можем дать. 24-84-01. Если кто-то понимает, что он либо всю жизнь в этом работал и хочет дальше это продолжить, либо хочет себя попробовать в этом, то пусть попробует обратиться, мы рассмотрим. Да. Да. Хочу сейчас поднять еще одну сторону деятельности компании «Активкомфорт». Это проведение общественно-социальных мероприятий. Давайте поподробнее на этом сосредоточимся. И субботники, и дворовые праздники,
и конкурсы какие-то. Да, тоже очень немаловажная сфера деятельности Active Comfort. Совершенно верно. На самом деле, наше глубокое убеждение, что управляющая компания в первую очередь должна с жителями разговаривать. То есть большая управляющая компания должна разговаривать много. А разговоры, они разговор с собственниками в такой, скажем так, парадигме, когда проводятся праздники, когда организуются мероприятия, он помогает понять, что управляющая компания, она не где там далеко находится, то есть она сама приходит к жителям, она с ними сама общается, особенно когда праздники проводятся по каким-то мероприятиям, которые, допустим, значимы для всех. Например, приведу пример, допустим, 9 мая мы проводили во дворах праздники, и жители были очень удивлены. Где конкретные дома? Конкретные дома, район, на Филейке мы проводили, да, в центре мы здесь проводили, район, да, на Карла Липнихта. То есть и для жителей было удивлением, допустим, узнать, что у них в доме живет ветеран Великой Отечественной войны. Посидеть с ним на лавочке, поговорить. Тут же была устроена полевая кухня, варилась каша, пелись песню фронтовых лет под гармонь, под гитару. То есть это все было здорово. Кто-то, вот бабушки некоторые вспоминали эти времена, кто-то был ребенком еще. То есть мы понимаем, что у нас ветеранов все меньше и меньше становится, но вот дети войны, то есть они еще не такие пожилые, то есть они все помнят, как это все тяжело проходило. Вот. Ну, это, скажем так, не совсем такое веселое мероприятие у каждого, а в семье кто-то погиб, кто-то участвовал, да. Но это все объединяет в любом случае жителей. Есть такой праздник замечательный, называется День соседей. Вот мы его тоже на Филейке проводили. А помните это в календаре, когда он? Ну, месяц хотя бы. В начале июня, по-моему, 5-6 июня. То есть где-то с Международным днем защиты детей. Да. То есть вот этот праздник, он посвящен тому, чтобы соседи просто вышли во двор, поговорили друг с другом, пообщались, потому что не секрет, что очень часто люди даже на одной лестничной клетке там не всегда здороваются друг с другом, либо не живут, либо квартиросъемщики живут, да, вот для того, чтобы такая ситуация, скажем так, общение между жителями налаживалось, вот мы и придумали такой праздник. И было очень приятно смотреть на реакцию людей, когда они общаются друг с другом, знакомятся, ну и видят, что управляющая компания здесь рядом. А, кстати, очень важный момент, инициатива проведения таких мероприятий, она от кого исходит? Кто говорит о давайте соберемся. На самом деле все эти инициативы обязательно, то есть два инициатора может быть управляющая компания сама, а может быть житель. Вот когда житель инициативу проявляет, и управляющая компания в этой инициативе ему помогает, тут получается все стрелочки сходятся в одно место, и праздник получается просто замечательным, особенно если есть активность от всех, да, если люди знают, зачем это происходит, для чего они все собираются вместе. Значит, ну, это то, что касается праздников. А то, что касается нашей работы весенней, то есть мы весной много сделали субботников для жителей. То есть субботники заключались в чем-то. Это уже не просто праздник, это все-таки уже работа на благоустройство прилегающей территории наших домов. То есть все мы знаем, что после зимы очень много мусора, и снега утаивает. И чтобы разом прибрать весь фонд, нужны большие ресурсы. Вот. Для того, чтобы для активных жителей управляющая компания решила помочь санитарем совсем. Да? То есть, если есть желание, мы организовывали субботник, то есть не просто организовывали, инвентарь привозили, и наши работники выходили, помогали. Чтобы веселее было, устраивали чаепитие для жителей. Это уже по завершению, собственно. Да, конечно, по завершению работы. Вот, и тоже такие мероприятия прошли интересно, и жители, то есть немножко поработали, попили чаю, пообщались, все разошлись, и остался результат — чистый двор. Как вы работаете, расскажите, пожалуйста, с самыми активными жителями многоквартирных домов, которые зачастую там председателями многоквартирных домов выступают. У вас есть особое внимание им? Да, ну,
По законодательству вообще председатель многоквартирного дома – это, скажем так, должность, она, с одной стороны, такая, скажем так, общественная, да, но, с другой стороны, она очень сильно помогает коммуникации между управляющей компанией и жилым домом. Для того, чтобы председатель понимал и мог свою вот позицию управляющей компании свою донести до жителей, мы устраиваем для них школу председателей. То есть это, скажем так, обучающая такая программа, которая помогает разобраться жителям во всех хитросплетениях нашего законодательства жилищного. То есть стараемся на простом языке объяснять, чем изменение того или иного закона, то есть нам принесет, какие изменения оно вносит в нашу ежедневную работу. А в какой форме это происходит? Вы председателей приглашаете в назначенное время, в назначенный час приглашаем председателей, где-то выбираем помещение, в котором все будет удобно, где есть проектор, где можно какую-то информацию наглядность создать. Да. Готовим программу с ними, с председателями созваниваемся и договариваемся на встречу. И в течение года такие встречи производим неоднократно. Угу. Ну, наверняка они приурочены там, как раз-таки к вступлению в силу каких-то изменений. Да, тех, да или, совершенно тех, верно. Ну, то есть не обязательно. У нас, допустим, есть различные, скажем так, месяца в ЖКХ. Там, и наши внутренние, скажем так, даты – это начало отопительного сезона, окончание отопительного сезона, там, начало зимы, окончание зимы, весенние субботники, начало, там, начало ремонтных программ, потому что основная ремонтные программы, особенно на фасадах, на кровлях, они выполняются летом. То есть, чтобы подготовиться, естественно, планы все приниматься должны. Нужны заблаговременно, это в начале, скажем так, года зимой. Ясно. Ну, все мы, конечно, в реальном мире живем, и все равно, вот я думаю, что несмотря на все объяснения, разъяснения со стороны управляющей компании, все равно найдутся люди, которым там мало что понятно, которые всегда будут считать, что где-то там управляющая компания лукавит. Можете вы таких людей пригласить к себе, показать, как вы работаете? Обязательно. Причем не можем. Такой день открытых дверей устроить, в конце концов. Не просто можем, а мы это уже сделали. День открытых дверей проходил совсем недавно, это было 2 недели назад у нас, он проходил в пятницу в управляющей компании, где все сотрудники управляющей компании были открыты для диалога с жителями. То есть очень много жителей к нам пришло. Все посмотрели, чем занимается работник управляющей компании, где он находится, где сидит, из чего состоит его рабочий день, что у него там в компьютере находится, когда он смотрит при разговоре с жителем. Все смогли задать все интересующие их вопросы. То есть мы опять же провели презентацию, показали работу всех отделов, и причем совместно это сделали с представителем госжилинспекции, они тоже провели прием, и жители могли задать все вопросы, их интересующие. И, естественно, любое обращение жителя, оно является официальным, оно официально документируется, и управляющая компания на любое обращение жителя обязательно предоставит ответ. В планах и дальше проводить такие дни открытых дверей? Да, то есть устраивает регулярно. Как я уже говорил, управляющая компания к жителям должна быть открыта, то есть она должна с ними разговаривать, должна находить общий язык и должна приходить и на жалобы, на письма обязательно должна реагировать, чем мы будем заниматься в дальнейшем. У нас остается буквально 2-3 минуты до конца нашего разговора. Я напоминаю, что в гостях сегодня у нас Алексей Лобастов, руководитель по развитию сферы ЖКХ компании «Актив Комфорт». Собственно, планы на будущее, основные какие-то направления, которые вы продолжите развивать. Да. Опять же, с прицелом на то, чтобы это было комфортно, удобно, непосредственным потребителям жилищно-коммунальных услуг. Да, значит, ну, планы на будущее у нас серьезные. Мы будем продолжать развивать клиентоориентированность, будем улучшать обслуживание, будем улучшать качество обслуживания, значит, развивать наш контакт-центр, чтобы и обязательно будем проверять, чтобы все обращения жителей не оставались без реакции. Есть у нас в планах задумка открыть еще один центр обслуживания населения, чтобы они в шаговой доступности... Кроме чем на большего 5, да, еще совершенно один. Верно. Вот.
вот, в принципе, этим мы будем заниматься. Плюс проводим аудит подрядных организаций, да, смотрим, как выполняются заявки жителей, как производятся ремонтные работы. И в процессе выявления каких-то не совсем качественных услуг будем это все корректировать и улучшать. Ну, в том числе, видимо, речь идет о том, чтобы перенимать, продолжать такой позитивный, прогрессивный опыт. Обязательно. Который обязательно, используется, да, в других регионах, в других городах. Мы же зачастую равняемся там, на столице, ну, в том числе. Я думаю, что, конечно, есть регионы, в которых опыт есть серьезный, позитивный, накоплен. Mm-hmm. Ну и нам тоже есть что показать. Вообще, на самом деле, в конечном счете всегда все держится на обычных сотрудниках, которые работают с утра до вечера ежедневно. Вот, и которые, может, и большинство из которых уже работает не один год в этой сфере. И вот с такими людьми мы дальше и пойдем. Спасибо. Алексей Лобастов, директор, простите, руководитель по развитию сферы ЖКХ компании «Актив Комфорт». Мы обычно в конце этих бесед завершаем контактами, собственно, да, и то же самое я хочу попросить у вас сделать. Да, еще раз напомню. Собственно, как связаться, как обратиться, да? Еще раз напомню, телефон контакт-центра 713-317 и телефон расчетного центра это 222-792, бухгалтера по консультациям и телефон паспортного обслуживания 222-592. Угу. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Всего доброго. Крупный план.